Обыщите. Я без оружия. Просто поговорите. Не сможете договориться, будете выяснять отношения в другом месте. Я не позволю устраивать бойню в своем доме. Где ослы? Зачем она тебе? Эй, ты, что ты себе позволяешь, мерзавец? Подлец, она моя жена. Аслы сказала, что ждет ребенка от меня. Мне придется верить ей, пока все выяснится. Ты должен забыть ее. Если это действительно мой ребенок, значит, ты к ней больше не подойдешь. Разведешься с ней. Я не такой, как отец, и ребенка своего не брошу. Убью тебя, тварь. Убью, мерзавца. Ах ты, гаденыш. Прекрати. Я уничтожу тебя, понял? Пусти! Пусти! Голыми руками придушу. Прекратите. Как я понял, речь идет о ребенке. Он не будет расти без отца. Все, этот вопрос решен. Понятно? Ты понял? Иначе будешь иметь дело со мной. А вздумаешь пойти против меня, в живых не оставлю. Ясно тебе? Отвечай! Я понял. Держись подальше от этого парня! Если с его головы упадет хоть один волос, спрос будет с тебя, понятно? Понятно. Отпустите его. Отныне Илмаз будет обходить тебя стороной. Я не нуждался в твоей помощи, но все же благодарю. Передавай привет госпоже Гунуль. Вы ее знаете? Старая знакомая. Передам.